За прошедшие выходные ивановские наркополицейские изъяли более 300 граммов героина. 27 февраля оперативники задержали жителя Московской области. У молодого человека, несколько лет стоящего на учете у врача-нарколога, в результате обыска было обнаружено более 160 граммов психоактивного вещества. В тот же день, проверяя поступившую информацию о возможном хранении наркотиков, наркополицейские изъяли пакет с героином весом 146 граммов. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Виновным же грозит штраф до 500 000 рублей и лишение свободы сроком до 10 лет.